Министр спорта России Олег Матыцин посетил Дагестан с однодневным рабочим визитом. В первой половине дня глава федерального ведомства ознакомился со спортивной инфраструктурой Махачкалы и Каспийска. Так Матыцину показали уникальный в республике центр спортподготовки сборных команд. Комплекс включает в себя два больших зала для единоборств, футбольное поле, плавательный бассейн, сауну и прочие помещения. В сопровождении председателя правительства республики Артема Сдунова и министра спорта региона Магомеда Магомедова глава спортивного ведомства посетил и другие объекты, построенные по федеральным программам, а также строящиеся сооружения. В рамках визита Матыцин также провел встречу со спортивным активом республики и ответил на вопросы журналистов. В беседе, в частности, говорили о подготовке сборной России к Олимпийским играм. Федеральный министр выразил надежду, что национальная команда будет представлена в Токио под своим флагом. На сегодняшний день позиции достаточно сильные, как нам кажется, я имею в виду позиции по защите наших интересов. Но, опять же, здесь нельзя ничего исключать, насколько общеполитическая обстановка скажется на этом решении. Но все равно я убежден, даже если будет самое негативное решение по невозможности выступления под российским флагом, а будет предложено выступление под нейтральным, как нейтральным спортсменам, все равно надо участвовать, надо добиваться. И все мировое сообщество все равно будет знать ваши фамилии.